МВД Азербайджана распространило сообщение. В документе отмечается, что в результате специальных оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Министерства внутренних дел, в Азербайджане были выявлены и задержаны 39 человек под прикрытием религии, осуществлявших диверсионные и подрывные действия. Эти лица, выдавая себя за верующих, проводили пропаганду в пользу Ирана в социальных сетях, злоупотребляли свободой вероисповедания в Азербайджане, выполняли задания иранских спецслужб, чтобы подорвать сложившееся в Азербайджане традиции толерантности. Используя атрибуты Ирана, а также черные флаги с различными надписями на персидском языке, в соцсетях и на религиозных церемониях, в которых участвуют граждане Азербайджана, они с целью дискриминации по признаку вероисповедания и разжигания межрелигиозной розни вносили смуту в обществе и передавали собранную информацию спецслужбам, от которых и получали задания.